Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 426. Найдите периметр четырехугольника А, Б, С, Д. Сторона одной клетки равна 5 мм. Чтобы найти периметр, а периметр – это сумма всех сторон, надо найти, чему равна длина стороны АБ, длина стороны БС, СД и АД. Мы видим, что АБ и АД – это радиусы окружности с центром в точке А. А значит, эти стороны, длины этих сторон равны. И мы видим, что радиус окружности с центром в точке А равен двум клеточкам, а сторона одной клетки 5 мм, то есть это будет 10 мм. Точно так же BC и CD – это радиусы окружности с центром в точке С. А значит, эти отрезки равны. И мы видим, что радиус окружности с центром в точке С равен трем клеточкам. Сторона одной клеточки 5 мм, то есть равен 15 мм. А теперь очень легко найти периметр данного четырехугольника. Это равно 10 мм плюс 15 мм плюс 10 мм и плюс 15 мм. А это равно 50 мм. Итак, периметр четырехугольника ABCD равен 50 мм. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.